По заказу сахарного завода компания «Жаска» изготовила мешкозашивочную линию. Она предназначена для транспортировки наполненных мешков массой от 25 до 50 кг от места затаривания до места их зашивки. Отличительная особенность оборудования – специально исполненный для предприятия заказчика транспортер с регулируемой высотой подъема. Длина транспортера 5 метров. Регулировка высоты приема и схода груза независима друг от друга – от 400 до 900 мм. Действие ленточного транспортера непрерывно. Предприятие, на котором будет использоваться оборудование, работает в круглосуточном режиме. Ленточный транспортер имеет шкаф управления, а также снабжен мотором-редуктором «Мотив», не требующим обслуживания на все время работы. Он укомплектован частотным регулятором для настройки скорости движения ленты. Наши специалисты изготовят мешкозашивочную линию и ленточный транспортер по требованию заказчика любой длины с точностью до сантиметра.